утро, друзья. Решила снять, посмотреть, что у нас там происходит. Най, Саша, най. Саню надо дома оставлять, иначе он любитель сходить, будет дома сидеть. Иначе он убегает. Мой муженек прикладывает дрова, потому что есть дрова, которые вот сыреют. Поэтому он некоторые перекладывает. Бочки. Вот. И потом сюда складывает. Здесь пусть они сохнут. Вот. Хотя было нам удобнее здесь складывать. А Санёк, он нервничает, хочет на улицу, но я его не выпущу, потому что он сейчас удерет от нас. Вот половину муж уже туда сложил, Пэт крышу тоже, но там совсем мокрая, пусть они здесь сохнут. Вот. Видите, какая у нас погода. Сейчас я вам поближе гвоздички свои, калий мои. Конечно. И вот мои гвоздички. Видите? Сейчас я вам поближе покажу. Это что такое? Вот они. Видите? Вот. Мои гвоздички. Это уже октябринки отцвели. Там лаванда у меня стоит, дорозы я уже подстригла. Мы здесь их не закрываем, потому что климат слишком мягкий. А если закрывать, то они начнут преть. Вот. Эти цветы еще у меня на улице висят. Вот наша кормушка. Здесь под низом термометр. Он показывает, сколько на улице. Но сейчас он запотел, поэтому... Вот еще герани у меня цветут. Видите? Ну и здесь клумбы висят. Но это искусственные цветы в них. Я так, лишь бы краситься. Вот. Пойдем в другую клумбу. Посмотрим, что у нас. А здесь надо листья убирать, но пока есть температура, я убирать не буду. Вот качелька моей внучки. Висеть тоже надо убрать. Мы оба болели, не успели убрать. Так. Вот мои ромашечки. Видите, как они, какой куст разросся. Вот. Еще другие цветочки цветут у меня. Вот, видите. Вот они у меня еще цветут. Ну, какая прелесть. Это розы. Здесь гвоздички еще цветут. Видите? Да. Ну и так ты прямка у меня. И все. Вот такие у меня цветочки. Листья надо с газонов убирать, иначе мне газоны вообще потухнут. Придется пересаживать новую траву. У нас земля здесь кислая и очень мох растет. Сейчас я вам попытаюсь показать. Вот видите, травы нет почти что, а мох один. Надо будет это дрянье покупать специальное. Ну что сделаешь? Ай, вот еще у меня какие-то цветочки цветут. Я не знаю, как они по-русски называются. Сейчас я вам приближу их. Вот. Вот. Вот эти вот цветочки тоже мне цветут. Пока еще нет зимы. Пока еще все цветет. Мой муженек занимается травами.
Вот. Роза у меня здесь тоже есть, которая... Вот розы. Вот еще одна роза у меня здесь. Вот. Она какая выросла. И клематис. Вот у меня клематис. Видите? А вот сюда, видите, банки, мы ложим птичкам ореховое масло, у нас это называется. Вот оно так выглядит. Птички уже почти что съели, они любят. И дятел любит эту вещь. Вот. А чтобы сорок не воровали, может, мы придумали вот так ложить в эти банки, потому что сороки любят воровать. Вот. Вот такой у меня садик, ребятушки. Ну и все, что я вам хотела на сегодня показать. Вы самые лучшие. Вы самые лучшие. Ставьте лайкосики, дизлайки. Пишите свои комментарии. И можете поделиться с друзьями. Чем больше от вас поддержка, тем больше меня будет YouTube продвигать. Все, вы лучшие. Пока-пока. До следующей встречи.